Итак, всем трям и доброго времени суток, это канал Ленивого Дмитрия, мы продолжаем прохождение, очень-очень аккуратное прохождение игрушки под названием Баланс. Так, четвертый уровень. Блин, смотрел, вроде всего три уровня, а полчаса поиграл. Так что, хрен знает, еще сколько она времени займет. Поэтому, конечно, что не очень много. Все равно, не так много. Опа-на. Так, что-нибудь есть? Нет. Ничего тут нет. Совсем ничего. Опа-опа. Раз. Все. Все догнали. Не будем от них спасаться бегством. Не стоят они того. Раз, два, три. Эй, я так не играю. Да что ты? А здесь? Уху! Ой-ой-ой! Какое опасное место! Ай-яй! Будь я на каменном, я бы тут слился. Нет! Блин, я хотел за очками съездить. Черт, а. Сквырнуться что? Не, ну ладно, уж не будем. Ладно, не судьба. Я хотел объехать. А, черт с ним. Не так уж это и важно. Так. Пас на Йоколомане. Ага. Видимо, нам сюда. Видимо, да. Ох, етиже, пассатиже. Вы что, серьезно, что ли? Уйди, противный. Просто дико интересно их всех отправить вниз. Так, ты падай. Ты тоже. Ты вали давай отсюда. И ты. Капец, блин, страшно. Так, сейчас одно неловкое движение. Так, а это у нас кто? Я не вижу. Ага. Вот там бумажный. Там деревянный. Там хрен знает какой, да? Так, давайте-ка. Это будет крайне любопытно. Давай, давай, давай. То есть, либо мы берем дополнительную жизнь, либо доп. Очки, да? Доп. Очки. Эй, а вот это подло, ребят. Тихо. Ладно. Жизнь брать не будем. Не хочу возиться. Ну, серьезно, народ. Она того не стоит. Ну да. Туплю, извиняюсь. Правда, не хочу возиться. Так, жизнь. Там сплошные эти каменные. Туда запры... Даже если... Блин, ну я не... О. Вы чё, озверели? Кто кидается? Сволочь, а? Все что делают, а? Ну, сейчас я доеду, я там устрою кому-то.
Ну и кто кидался? Парень, я тебя все равно догоню. Здрасте. Вот тебе раз. Ага. Видимо, зачем-то это надо делать. Вопрос, зачем и нахрена? Ну, раз это тут стоит, значит, это надо уронить вниз. Хотя вполне вероятно, что я сейчас допускаю ошибку, на самом деле их не нужно было поронять. Но это мы узнаем уже после того, как приедем туда. Так. И зачем же мы это делали? О, блин. Ну да. Три надо, один не надо. Твою мать. Чё, опять сейчас кидаться будут? Вправо, влево, влево, вправо, влево. Блин, сволочь, а. Ох, догоню я этого шутника, ох, догоню. Зараза такая. Блин, ну мог бы догадаться. Но хотя, с другой стороны, ну откуда вот знать, что там три, например, что там нужно три, а не, не знаю... Не две и не одну. Не, ну понятно, что можно было проехать и посмотреть. А, и сверзиться, да? Кстати. Давай, давай, давай. Поползли. Тяжеловесы. Давай, давай, давай. Ползем, 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 ползем. Раз... Два. А ты, нехороший шарик, плохой шарик, подставил меня в прошлый раз. Вот и иди отсюда. Погибни в бездне. Разгон! Буньк, буньк, буньк. Бумажный. Опять, блин, бумажный. За что? Вентилятор. Пять винтокрыл. А, ну да, здесь каменный нужен. Значит, этот мостик я не опущу. Бумажным хоть порвись, но не получится. Мостик не опустится. Даже с разгоном. А там разгон, кстати, не получится. Печально. Если б, вот если бы можно было разогнаться по крайней вот этой дорожке. Тихо. Вот здесь вот, по прямой. Тогда, может, еще я бумажку и оставил. Может быть. По крайней мере, попробовать. Но так. Хрен, как говорится, там. Но... Все равно бумажный, бумажный, деревянный, каменный. Нет, давайте на деревяшке поедем. Ну его нахрен этот камень. Тем более мне тут недвусмысленно дают выбор, на каком ехать. А, ну но не на бумажном, понятно. А, ну да, на каменном-то я и не смогу, мостик же, блин. Вот сволочь, а. Ну специально ведь так делают. Буньк, буньк, тихо. Секундочку, а чё за приколы? То есть это просто так, да, здесь? Или что, я чё-то не понимаю. А вообще он бумажный. Ага. Чё-то я не допетриваю, а вниз зачем? Или это так чисто по приколу? Или всё-таки тут что-то есть? Нет. Просто так. Блин. Зря время потерял. Так, ладно. Ну там в любом случае становишься каменным.
Что-то я сомневаюсь, что там можно как-то просквозить мимо. Можно, конечно, попробовать. Давай, давай. Давай, давай, залазь. Дай деревяшки станем. Надо какой-то запредельный уровень баланса показать. Или в смысле, или все-таки надо проехать кем-то другим? Хам. А, стоп, все, дошло. Блин, нифига себе. Как тут все сложно и интересно. То есть вот здесь надо стать каменным. Отсюда разогнаться. Чтоб там проехать. Ну, наверное, так, а как значит? Тихо. Никаких разгонов. А, ну там в любом случае тормозилка есть. Чё, приблизились к концовке? Давай, 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 давай. Да, приблизились. Ну чё, третье, второе, пятое. Первое, ничего себе. Это приятно. Молодец. Еще чуть-чуть, еще. Ой, как красавец. Так. Это странно, что я вроде графику... Вот что значит старая игрушка, я хочу сказать. Кстати, да, какую няшу можно было бы из нее сейчас сделать. Со всеми этими движущимися облаками и так далее. А, ок, а нафига я сюда еду? Серьезно? Только ради этого? Это ход дальше. Ну хорош, блин, а. Хотя да, вот. Будь я на каменном, ты бы все решила. Тише. То есть надо было все-таки сначала по прямой, видимо, проехать. Там, видимо, что-то конечное. Или нет? Ну да. Это неправильно. О таких вещах могли бы, знаете, и сообщать на самом деле. Ну, то есть, немножко сэкономить время игроку, по большому счету. Вот так вот поехал не туда. Ну, зачем я это время сейчас потерял, спрашивается. Просто так. Как бы ни интереса, ни усложнения в этом нет, а слегка нервничаешь. Музычка, конечно, шикарная. Ага, опять выбор. Ну, нет уж, конечно, деревянная, вы чё? Фига изобретать велосипед, когда его уже давным-давно изобрели. То есть, смотрите, вот самое интересное, что как бы теоретически можно на каменном, но нет какого-то стимула на нем проходить. Ну, только если вы какой-то маньяк, который прям вот... помешан на сложности, и вот вам хочется прям, что называется, самому себе все усложнить. Но вопрос зачем? Стимула нет. То есть здесь тебе предлагается пройти несколькими вариантами. Бумажным, каменным, соответственно, деревянным. Деревянным ты можешь пройти все. Бумажным что-то можешь, что-то нет. То есть, допустим, здесь бумажным, там каменным. Но вопрос нахрена? Потому что, например, вот заехал ты сюда бумажным, все. А каменным ты и не сможешь заехать. Ну-ка, цыц. Деревянный может все. Нифиг нету. И получается, что ты все должен делать деревянным. Ну, либо возвращаться каждый раз. Ой, я мог здесь спрыгнуть. Немножко такая недоработочка, как мне кажется, для игры. Но, с другой стороны...
кто из нас идеален? Правильно, нет таких. Всех свои тараканы. И за скоки. Так. Бумс. Так, а вот здесь нам как бы дается... Вып! Эй, ты чё? Блин, не понял. Чё, мне клавиша залипла, что ли? Тут нам как бы дается выбор, которым я как бы не смог воспользоваться. Ладно. Бом. Тук-тук. Так, дорожку открыли. Раз. А, главное, тут катиться нельзя за ними. Ну, можешь, конечно, из хулиганских целей. Но тогда ты погибнешь. Ты собака. Минуточку, а здесь что? Как-то подняться, что ли, можно? Или что? А, да, тут надо. Так. Опаньки. Тише, 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 не торопимся. Это каменный шарик. Он тяжелый. Мощный. Так. Аккуратненько. Сдвигаем собрата нахрен в бездну. Так, вот он, путь вперед. Кто-то едет, кто-то улетает. Ага, опять выбор. Выбор между каменным и деревянным. Ну, деревянный, конечно, что тут думать-то? Что тут думать? Бежать надо. Помните, такой старый анекдот был? Про трех богатырей. Когда Змей Горыныч в очередной раз напал на землю русскую. Ну, там... Идут к Алёше Поповичу люди. Лёшенька, змей напал, супостат проклятый. Житья от него совсем не стало. Изведёшь гада? Не, говорит, подумать надо. А сколько думать-то? Ну, недельку хотя бы. Ладно, думай. Добрый Никитич идут. Добрый Никитич. Ну, беда такая. Змей Горыныч опять лютует. Чё делать? Не, мужики, тут подумать надо. А сколько думать-то будешь? Ну, недель-две. Ну, ладно. Идут к Илье Муромцу. Илья Муромец, ну... Хоть ты-то оборони, спаси. Змей Горыныч ведь вот-вот уже скоро сюда прилетит. Пожгет все, пожрет. Это ж сколько, говорит, крови-то невинной прольется. Седлайте коня. Че, даже думать не будешь? Да че тут думать, валить надо. Так, и... так, стоп, секундочку. Так, ясно. Там, видимо, что-то надо сдвинуть. Раз тут на выбор два тяжеловеса даются. Ага. Тут главное... Ага. Вот можно так выскочить туда, на ту сторону, и там и остаться. Если каменным особенно, если с разбегу. Хороший момент, хороший. Вот смотрите, представляете, так разогнался чуть-чуть, туда вылетел камушком, и все, и там и остался. Все, начинайте заново, уважаемый сэр, мадам, да неважно. Товарищ игрок. Так. Тут подразумевается, что, видимо, каменным удобней. А лучше подольше. О, блин. Да, каменным удобней. Окей. Ошибка. Об этом я не подумал. Что он не сможет двигать ящик, будучи еще до кучи придавленной этой кирпичиной к земле. Так. Ну, а этому пофиг. Я, говорит, борец сумо, блин. Чё хочешь, сдвину. Тише.
Рядовой мой хороший. Бум. Как думаете, есть там внизу какой-нибудь сдерживатель? Блин, да вы чё? Надо было разогнаться, что ли? Вот это обидно. Чё, я отсюда со стартовой точки даже выкатиться не могу. Да, лажа. Не подумал. Надо было назад слегка сдать. Черт, а. Ну я вот думал, я-то думал, что там внизу, знаете, типа конец дороги, и ты такой разгонишься, полетишь, такой счастливый, довольный, вперед, а там в конце просто окончание пути и никакого вот этого вот металлических поручней типа не будет. И все, и до свидания. А там оказывается наоборот. Разгоняйтесь, сударь. Иначе вам кирдык. Гады, а. Вот это, кстати, неправильный момент, я считаю. Во многих играх, когда такая подлянка происходит в самом конце, то есть, когда тебе просто для того, чтобы в итоге пройти дальше, вот перед самым, считай, чекпоинтом, и тебе по новому все перепроходить просто из-за какой-то глупой ошибки. Ну, блин. Реализм реализмом, но как бы не всегда это добавляет игре удовольствия. Бум! Вот так наш мощный деревянный шарик тоже может делать это. О! Опасность, видели, да? Чуть не выкатился. Инерция, мать ее. Бумажный? Почему бумажный? Зачем бумажный? Хм. А, то есть вот сейчас надо вернуться. Ага, здесь уже на бумажке летать. Ясно, ясно. Ясно, понятно. Но тоже момент. То есть надо упасть, опустить. А, хотя нет. Можно и без этого. Хм, ничего не понимаю. Ладно, хрен с ним. Короче, есть некая задумка у наших великих создателей. Но вот какая конкретно? По-моему, просто морочит голову. Так, опа. А что, все, приехали? Ой, какая прелесть. Бунт. Красота. Так, третье место. Сойдет. Терпимо. Так, что тут дальше? Ага. Понятно. Понятно, что нас ждет что-то крайне неудобное. Там был подъем воздухом. А, понятно. Нет, стоп. Что-то я не туда приехал, да? Совсем не туда. Так. Сейчас разберемся. А, в другую сторону. Ясно. Так. Опачки. Тише. Тут мы берем очки. Тут мы падаем вниз. Тут мы еле-еле ползем наверх. Выбиваясь из сил. И, видимо, где-то тут превращаемся в бумажный, да?
Ну да. Ух. Полетели деревяшки в атмосферу Земли. Это же Земля? По-моему, это Земля. Я не уверен. Ага. Так, понятно. Ясно, понятно. Чекпоинт, это вовремя. А. То есть, тут этот... То есть там сделана эта превращалка бумажная, типа можно ехать не бумажным шариком, что ли, хотите сказать? Или что? Или как? Странно. А, ну, если ты умрешь, правда, другим шариком, то тогда, конечно, да. А, ну вот, да, вот тут превращение в деревянный. Ну, видимо, нужно. Надеюсь. А, ну да. Бумажным-то тут не пройдешь. Не даст вентилятор. Чтоб его. Так, чекпоинт. Отлично. Ой, тьфу ты, блин. Я уж думал, тут это жердочка, по которой ехать надо будет. И вот куда сейчас? Так, ну где-то тут должно уже быть превращение. Ага, ну вот понятно, вот оно. Ну что ты, ёшкин кот. Опа! Во-первых, надо сначала забрать вот эти штуки. Наши замечательные очки. Тут, внимание, вопрос. Там я не вылезу. Да? Да. Значит, здесь. Как-то еще можно ХП подобрать. Ага. Так, а вот это я уже ошибся, да? Да, это я уже ошибся. Черт. Или нет? Может и нет, подождите-ка. Нет, не ошибся, все нормально. Я думал, с той нужно, вот с того вентилятора запрыгивать. Оказывается, нет. Оказывается, все нормально, можно и с этого. Тише. Баланс, чтоб его. Тише. Фу, опасно. Опасно, черт возьми. Но интересно. Чекпоинт, аллилуйя. Так, деревянный. Ага, деревянный или бумажный. Приплыли. Что это за выбор? А это что? Ясно, а в конце? Ага, в конце, значит, будет каменный. 100 пудов. 200, 300 деревянный. Ага, еще надо будет им как тут объезжать эти гребаные ловушки. Смотрите, везде понаставлено. В конце, ну да, в конце каменный. Так. Ну, сволочи, а? Ну, выдумали. Раз. Так. Тише. Так. Опа, тихо. Вот так. И тут к нам по центру. Давай, мил мой. Ай, ты хороший. Тяжеловес-то наш. В смысле? А, есть, он выпал. Вопрос, нужен ли нам еще каменный? Или можно сменить на деревянный? Давайте поедем каменным. Хрен его знает. А, нет, все нормально. Меняй, не меняй. Так.
Так, вау. Ох ты ж, блин, нифига себе. Понял. И... Опа. Да уж. Ха, прикольно. Ну давай, догоняй уже. Ладно, хрен с тобой. Ну тут я явно в деревянный должен превратиться. Иначе я через мостик не перееду. Чем-то, знаете, Rock Edge напомнила. Игрушка, которая кого-то видел тоже. Блин, надо будет попробовать. Ой. Тема с камнями. Ну там, правда, немножко другой смысл. Но игрушка от этого менее классной быть не перестает. Так, по-моему, три я прошел, да? Было... Так, секундочку. Escape. Сейчас посмотрим. Старт. А, сейчас седьмой уровень. Ну да. Проходим по три за раз. Как раз там где-то по полчаса получается видюшка. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Как обычно, ссылка на плейлист в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующей видюшке.